Всем доброе утро. У нас вообще жара. Я сегодня в 6 утра дверь открыла, потому что дома духотища просто. Денис поехал на собеседование, хочет поменять себе работу. А я сейчас буду заниматься... О, надо свои цветочки полить. Буду заниматься тем, что надо много-много отлить изделий. Только стала заливать изделия. Из почты пришло сообщение. Короче, приехала форма, тоже для гипса. Там, типа, сердечко, ну и в сердечке есть такая дырочка. И это сердечко может служить, типа, держателем для открыток, фото, ну, что-то вот типа того. Это, короче, заказала. То вот иду сейчас забирать. Надеюсь, очереди не будет много. И у нас разметку наносит. И, короче, ногу повредила в лесу, когда была. Нога вдвое просто сложилась. Это я так хотела там так с кочки на кочку перепрыгнуть, что в итоге упала на ногу, на спину, на задницу. И в итоге на жопе синяк. Спина вчера болела. И нога вдвое была сложилась. Блин, я уже думала, реально перелом будет. Но обошлось. Вот так вот. То сейчас с эластичным бинтом ложу. Порядки тут наводят. Ветки подстригли. Красота. Фух. А Денис как приедет, уже почистит картошку. То сделаем с лисичками. Я с ними так пока ничего не делаю. Они стоят у меня там замочены. Короче, этот... и сало еще не открывали. Вчера так чисто ролик поели. И все. Я сушу, он ролик. И на этом все. Ничего даже не готовила. Да, блин, такой жарой даже и еда сильно... и не лезет в больших количествах. Ой, никого на почте вообще не было. Минута и все. Короче, забрала. Вот такое вот сердечко. И тут с одной стороны, вот где-то выемка, будет, короче, дырочка под фото, либо открытку. И оно будет стоять еще так на боку. Вообще приколюха. Попробую отлить. Вот уже сколько наотливала. Сейчас как пойду баню показывать, занесу это все вниз туда, потому что вон солнце уже ушло. Надеюсь, это высохнет. Но только две вазы белым, а остальное все лакированное. Поэтому даже если это останется все на утро, фигня. Вот, по крайней мере, готовлю на завтра, потому что сегодня свечи не носила. Вчера еще три было. Ну, надеюсь, за сегодня продадут. Если нет, то, ну, скорее всего, да. Поэтому все равно буду варить сегодня 20 свечей. Все, я приготовила, короче, обед. Собрала, значит, на завтра на обед поставлю в холодильник. И, собственно, вот что получилось. Мясо. Лисички, картошечка, ну и, собственно, тортик, кусочек. Это ему, и сейчас себе буду накладывать тоже. Спасибо большое. А музыкантам без меня денег не платить, понял? Да, да, стой, стой! Шарики, шарики там побольше, побольше, под потолок шарика. Что значит? У нас уже вечер, 8 вечера. Короче... Прикиньте, я ж вчера скрутила свою первую свечу из вощины. И что вы думаете? На магазин заказали 5. Я говорю, блин, я как бы только попробовала. Говорит, нормально, они классные, красивые, все прекрасно делай. Короче, это трындец. Прям сразу в магазин делать. Я несу от тортика выкидывать эту коробку. И хочу травы кролихи нарвать. Я говорю, сразу в магазин делать, говорю, дайте как бы потренироваться. В итоге, говорит, и так нормально. Ой, пипец. Короче, и в магазин еще очень-очень много изделий заказали, плюс свечи. В один магазин послезавтра пойду, в следующий, не знаю. Что-то они там, наверное, так очень сильно заняты, потому что, я говорю, вчера еще 3 свечи оставалось. Ни слуху, ни духу, никто не пишет. Ладно, ждем-с. И этот самый. Свечи я еще пока не заливала. Нифига себе, как шумно. Свечи пока не заливала. Но, наверное, если не напишут сегодня вечером, то, скорее всего, завтра все буду лить вместе уже со вторым этим магазином, чтобы, короче, по 10 раз не отливать. А может, и сегодня сделаю, фиг его знает. Вышла кролихи травы нарвать, потому что кролиха там уже сейчас клетку просто у нас сожрет. И этот самый. Поэтому... Я вся в работе, собственно. Ой, господи, как оно сложно рвется, блин. Вся в работе, поэтому не до видосов.
Сейчас наотливаю все, что мне там нужно было. И, собственно, переоденусь, помоюсь, смонтирую какой-нибудь видос и буду потихонечку ложиться спать, блин. Я устала, пипец. С самого утра просто вот лью. Ну вот и получается, что попробовала, называется, дело какое-то, и сразу начала это все так нормально спросом пользоваться. Это я уже прикалываюсь. Говорю, наверное, за что не возьмусь. Всему могу научиться. Сами свечи из вощины, в принципе, несложно делать, но если прям попытаться на них заработать, ну прям состояние заработать, то это не тот товар, на чем можно прям косить бабло. Вот. Свечи вообще я сделала, в принципе, для чего? Как бы ввела у себя, потому что у меня подсвечники 2,1 мм. И вот такие вот свечи, ну как бы притык, чтобы были в подсвечнике, чтобы хорошо стояли, нигде я не могла найти. На Wildberries, блин, как бы дорого, и тем более закупать мне нельзя. Ну, прям, типа, закупать, перепродавать, а людям тоже искать как-то не особо. В итоге начали хорошо покупать подсвечники. Я думаю, вот и надо что-то сделать. Получается, подсвечники, они и так, в принципе, продавались, но, думаю, надо как-то укомплектовать это все, чтобы людям не искать где-то там эти свечи и прочее. Ну и, собственно, вот так вот и пришла эта идея. Но, опять же, себестоимость, как бы, хоть и не небольшая этих свечей, но и дорого тоже не продашь. Ну вот, поэтому за счет чего-то, как бы, свечи уже недорогие, и за счет этих недорогих свечей получается комплект, которым будут брать... Нормально. Это я уверена на 1000%, потому что со свечами тоже. Это же не раздумывала, и все прекрасно пошло. Ну вот, ну и так как оптом сдаю, я ставлю цены немножко ниже для магазинов, потому что они берут прям очень много. Я вот завтра, либо послезавтра, когда я там успею им сделать, опять, наверное, с багажной сумкой пойду. Ну, поэтому на всех практически товарах по рублю сбросила цену. Поэтому нормально. Ну и чтобы сильно не торопиться прям, я написала магазину, что послезавтра все принесу им. Вот единственное, что если Крама Лёля скажет на завтра, если напишут, либо завтра напишут, то им понесу уже завтра. А этим сказала через день. Поэтому, в принципе, по плану сегодня наотливать. Пока оно будет ночью сохнуть, я буду спать. Завтра все это доделаю, докрашу. Ну, в принципе, там в основном тоже все лаком только покрыть, поэтому можно и завтра. Но я не знаю, не хочу торопиться, потому что я знаю, чем это закончится. И поэтому ночью высохнет, завтра днем доделаю. Если что, послезавтра спокойно просто занесу. Вот, так что вот, работаю. Свои эти метелочки отсюда еще не снимала, но, кстати, они очень даже пригодились, потому что именно... вот такие вот сухоцветы, они прикрепляются, короче, к этим вот свечам из вощины, которые. Ну и плюс в такие обычные тоже там добавляю. Еще начала отливать и поняла, что пипец. Все мои, сколько там, 13 мешков грязно-серого цвета. Вот это вот белый цвет колерованный розовым. А вот это розовым колерованный тот серый гипс. Я не знаю, что сейчас делать. Это трэш. Завтра придется ехать покупать, наверное, пару пакетов маленьких белого гипса, чтобы доделать хотя бы заказ. Нормально. Я открыла, я херела. Как-то был коричневый, а сейчас серый. Прям аж грязно-серый.